Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале «Про цветок». Сегодня я постараюсь в выпуске ответить на вопрос, который задают очень многие наши зрители и подписчики. Как избавиться от плесени в горшках, в емкостях при выращивании рассады? Надо сказать, что плесень – это не что иное, как плесневые грибы, различные микроскопические грибы, которые обрастают поверхность грунта, если условия создаются для этого благоприятные. Наиболее благоприятные условия для роста плесневых грибов создаются под стеклом, под стеклянным укрытием, там, ну или пленкой, там создается влажная среда, и грибы способны вырастить вот такой вот воздушный мицелий, который смущает очень многих наших зрителей. Грибы в почве есть всегда. Другое дело, что проявляются они тогда на поверхности, когда, во-первых, грунт содержит много органического вещества и всевозможных остатков. Может быть, вы клали туда отруби, может быть, вы клали туда какую-то порезанную солому или сено, может быть, вы клали туда много растительных остатков. Иногда у диву даешься, какие блогеры могут давать советы, например, делать из гороха муку и муку подмешивать в почву. Да, у нас был такой совет по использованию колотого гороха в качестве источника пролонгированного удобрения, источника удобрения длительного срока. Подразумевается, что эти горошинки медленно разлагаются в почве, из-за того, что они крупные, и постепенно отдают питательные вещества, в первую очередь калий, фосфор и азот растениям, которые растут в горшочке или ящике. Если горошинка эта находится близко к поверхности, она может, конечно, заплесневеть, и эта плесень проявится в виде плесневого налета. Но когда вы кладете в грунт муку, в этом случае грибы начинают 100 крат сильнее поедать все это, микрофлора начинает развиваться очень быстро, и в этом случае вы не только можете не получить положительного эффекта, но также можете получить и отрицательный эффект за счет отравления растений продуктами гниения высокобелкового сырья, а именно гороха. Многих смущает, что горох в этом случае прорастает, однако это совершенно не страшно, более того, это очень полезно для растений, сопутствующих для тех же томатов, потому что корни гороха выделяют значительное количество ростовых и ауксиновых веществ. При щипывании вегетативного побега, вот этого зеленого, который вылазит, способствует дальнейшему разложению корней, образованию дополнительной органической массы, развитию полезной микрофлоры и тем самым стимулирует рост и развитие основного растения, в частности томата. Поэтому закладка горошины, проросшей или не проросшей, является в любом случае весьма и весьма благоприятным для развития растений, но также иногда и плесневых грибов. Очень часто распространенным грибом, который заводится на поверхности рассады, является мукор. Он выглядит как белая пушистая плесень, но при этом мукор является прекрасным фосфатмобилизатором. Он способствует тому, что растения получают больше питательных веществ из почвы. Он способствует минерализации органического вещества, каких-то кусочков листочков, там еще чего-то, что может находиться в почве. И для крупных сеянцев, как и прочие грибы, не представляет вообще никакой опасности. Что ж, с грибами, с плесенями, которые находятся на поверхности почвы, бороться вообще не нужно, если только дело не касается мелкосемянных растений с мелкими слабыми всходами. Это земляника, это лобелия, это петунья, это бегония и подобного рода растения. Если речь идет о перцах, баклажанах, огурцах, томатах, дынях и так далее, в этом случае бороться с этой плесенью вообще не нужно. Ну, чтобы приглушить ее развитие, необходимо, например, либо уменьшить влажность, то есть чаще проветривать, либо же
присыпать песочком или перлитом, агроперлитом поверхность почвы. Неплохо агроперлит засеять триходермой. Она сама по себе гриб, но является очень хорошим антагонистом многих плесневых грибов, которые располагаются на поверхности ваших плошек или ящиков. Кроме того, вы можете использовать такие препараты, как, например, бактоген. Раствор в 100-кратном разведении 1 к 100 является хорошей профилактикой слишком бурного развития плесени на поверхности вашего грунта. Ну, можно использовать и такие дезинфектанты, как инкросепт, мукосанин. Мы говорили, это одно и то же вещество здесь входит в состав. В Российской Федерации иногда их трудно найти. У нас, в Беларуси, они продаются вот такими вот литровыми бутылками и являются очень доступными для населения и для использования, в том числе в сельском хозяйстве. Ну, если вы будете пользоваться подобного рода препаратами, то тогда, конечно, посмотрите наш ролик об использовании мукосанина и подобных препаратов в защите растений. Поэтому пролить вы ими поверхность также можете. Ну и не забывайте, что вот в этой вот брошюрке, в книжечке имеется много полезных советов по садоводству, огородничеству, по использованию различных отходов в садоводстве, огородничестве, по использованию различных лайфхаков, ну, таких маленьких хитростей, которые вы можете применить для того, чтобы с меньшим количеством хлопот иметь хороший, замечательный результат по выращиванию и декоративных, и овощных, и плодовых растений. Что ж, не бойтесь плесени. Большинство плесеней, которые растут на почве, это наши друзья, друзья садоводов и огородников. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!